Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня в видео я подробно расскажу о таком препарате, как Эгалахит. В одном из видео я уже упомянул его основные свойства, но сегодня я расскажу об этом препарате чуть более подробно. Мы поговорим о его составе, о свойствах, о показаниях, противопоказаниях. Все подробности видео смотрим. Крем Эгалахит способствует заживлению и предотвращению патологических рубцов различного происхождения. Крем Эгалахит содержит экстракт зеленого чая, основным действующим веществом которого является эпигаллокатехин-3-галат. Крем активирует естественные процессы регенерации кожи, нормализует обменные процессы, тормозит процессы преждевременного старения, повышает устойчивость кожи к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Эгалахит эффективен в качестве средства для профилактики образования атрофических, гипертрофических и келоидных рубцов после косметологических процедур, хирургических операций, ожогов, акне и иных заболеваний, сопровождающихся пустулезным поражением кожи, а также для профилактики повреждений здоровых тканей при проведении фотодинамической или ПО-терапии, ожогов кожи вследствие ультрафиолетового, то бишь солнечного облучения. Эгалахит также эффективен при очаговой склеродермии, саркоидозе кожи и витилиго в составе комплексной терапии. Крем Эгалахит рекомендуется применять в ситуациях, не связанных с мокнутием кожи. При склонности к мокнутию предпочтительно использовать гель Эгалахит. Крем Эгалахит обладает противовоспалительным и антиоксидантным действиями, подавляет чрезмерный синтез коллагена фибробластами, модулирует ангиогенез, таким образом препятствует образованию как атрофических, так и гипертрофических и коллоидных рубцов. Итак, какие же показания для применения Эгалахита существуют, если мы говорим про молочные железы? Первое. После удаления родинок папилом. Второе. После оперативных вмешательств на молочных железах, после, как правило, секторальных резекций. Третье. Сухость сосков и кожи молочных желез. Четвертое. Трещины сосков. Пятое. Хроническое воспаление сосков. Шестое. В комплексной терапии ареолитов.